Здравствуйте, всем, ребята, с вами канал Милена Маркарен. Я сейчас делаю видео такое маленькое, хорошее, да. Вот это видео будет день пасхальный, да. Вот, я хочу просто вам показать, это день, что делают люди. Я вообще-то в Армении, из Армении. Тут украшают яйцо, делают тортики, да, это Иисус Христос, например, вот так, да, это, можем сказать, такой маленький слайд я сделала, да, и давайте уже показываю вам, что я купила. Для день пасхального. Это очень прекрасно будет, ребята. Вы не представляете. Если хотите, то ставьте пальцы вверх. Да. Идем, ребята. Та-дам! Ой, ребята, это мой жучок. Я его так называю. Вот это наш цыплята. Это первенькое цыплята, ребята. Прекрасно, да? Очень-очень. Посмотрите-ка, у него есть голубой бантик. Очень-очень-очень прекрасно. Еще тут есть у нас мальчик. Привет, чувак. Что ты хочешь? Ее шляпка из пластика. Да. Вот посмотрите-ка. Вот так, ребята. Хочется съесть такой же грибочек. Вот так. А вот это еще третий. У нас два девушка. Ребята, давайте я вам показываю вот его. Это очень-очень-очень прекрасно. Давайте вот. Это большая-большая яйца. Вот такая, ребята. Очень-очень-очень большая. Да. Вот тут есть щечочек. Я это так называю, ребята. Тут стоят две цыпляты, наверное, двое мальчики или девушки, я это не знаю. Тут есть бантик белый и красный цвет. Да, давайте его распаковывать. Да, если я могу, то есть это моя первенькая, я в первый раз так сделаю. Это очень-очень-очень круто, да. Ну, давайте уже сделать, распаковывать. Ой, цыплята. Давайте, ребята, мы это сделаем вместе. Вот, тут есть вот эта штука. Ну, впишите комментарии, что вы тоже это сделаете. Этот день. Вы любите его или нет? Украшайте яйцо или нет? Я его сделаю вот так.
И все, ребята, посмотрите-ка, такая прекрасно стал. Я такого не видела. Очень-очень-очень прекрасно. Вот, посмотрите-ка. И еще тут есть еще зеленый цвет. Привет, зелененький. Давай тебе тоже распаковываем. Иди сюда. Вот посмотрите-ка, у него бантик еще зеленый и желтый цвет. Это очень-очень-очень прекрасно. Да. Сейчас. Давайте еще вот это распаковываем. Вот так, ребята. Все, наверное, украшены вот так же. Вот такой же видим. Такое огромное яйцо у него есть. Да? Огромные сети, трех огромное яйцо. Вот такой же червячочком. Вот такой же миленькой. Двух цыплятам. И, конечно, с бантиком, который я обожаю бантики. Да. Белый и красный цвет. А это желтый и зеленый цвет. Кстати, пишите в комментариях, что вам. Я уже закончила, ребята. Не знаю, у меня получилось или нет. Просто я очень давно хотела сделать видео уже. Да, вы меня не знаете, я знаю. Ну, с вами канал Милена Маркарян. Если вы сделаете этот день и вообще любите украсить яйцо, еще купить такие же цыплятышки, еще, да, кролик, да. В общем, понравилось вам этот видео, пожалуйста, ставьте лайк, в комментариях пишите, да, который я вам дал вопросы. И пока-пока! С вами я и цыпленки. Пока.